строить сегодня школу? Низкая зарплата учителей, плохое материальное обеспечение или все-таки бездуховность подрастающего поколения? С этим вопросом мы приехали в одну из школ. Конечно, бездуховность, конечно. Кого мы растим? Этих, что ли, рокеров-брокеров? Ну, в наше время хотя бы были положительные примеры, высокие. Где сейчас они? Был Ленин, партия, пионеры, Павлик Морозов. Ну, конечно, они плохие, плохие, конечно, они плохие. А кто хороший? Кто? ТДД? ДТТ. Конечно, да именно. А дети – наше будущее. Поэтому в этой школе не стали ждать указания от Комитета по народному образованию, а взялись за дело сами. Детишки, вот вы видите, они перерабатывают старые материалы, литературу перелопачивают, готовят уголки Ельцина, Бурбулиса, Попова. В общем, не сидят сложа руки. А разместятся эти материалы в комнате демократии, бывшей Ленинской. Сейчас мы готовим концерт к ее открытию. Имя Ельцина снова и снова повторяет великий народ. И как самое близкое слово, имя Ельцина в сердце живет. Я вам стихи читать начну. Я расскажу вам, дети, как в голод девочку одну Лужков однажды встретил. Я себя под Бурбулисом чищу, чтобы плыть в демократию дальше. Ельцин и теперь живее всех живых. Нет, Юленька, это пока не надо. Это... Кажется, и все на сегодня. Всего доброго и до новых, надеюсь, встреч.